Ты хочешь мне подарить? Да! Я тебе даю шанс выбрать один из трех скинов. Аркейр Стандрековский Трэжер Хантер, Авик Трэжер Хантер или М40 Монстр. Что это значит в смысле выбрать? Чувак, ну, ты же сейчас реально хочешь Дигл Аурей, правильно я понимаю? Да! Продаем весь твой инвентарь и покупаем Дигл Аурей. Ты серьезно сейчас? Давай, начинай вот с этих вот скинсов, легендарок, да, начинай. Ты мне больше не друг! Блин, зачем вообще мы это видео снимали? Здорово всем, ребята! Китуба на проводе, и я не один, у нас в гостях! Добрый день, добрый вечер, с вами Тик-Такимус! И прямо сегодня мы снимаем одну очень противную рубрику! Тик-Так, расскажи, как она называется! Рубрика называется «Всегда говори да, дорогулечка, ты моя». Возьмешь урод? Не понял. Это я тебе буду говорить, а не ты мне? Я буду давать задание Кенту. Ой, я в ту сторону поговорил, нет, в ту. Буду давать задание Кенту, и он обязан будет выполнить любое мое задание. Скажу ему, пострелись на лоса, он будет сидеть лысым. Скажу ему, продай Керам битгол за 0.03. Кирыч, не трогай! Подожди, если я скажу, что ты сделаешь тогда? Конечно же, продам! Это же всегда говорит да на любой вопрос! Братанчик, поэтому готовься! На тебя! И среди дела можно у меня. Чё, ты скажешь, выйдешь замуж? Да. Подписчики, к вам задание! Поставить лайк и подписаться! Вы меня поняли? Что нужно сказать, скажи им? Конечно же, да! Мы тоже часто тебе надо поставить лайк. А вы подписались? А комментарий? Давайте в комментариях хэштег Тик-Так Пенч и Кент не Пепа. Ну что ж, Пуся, глянь меня, оп, Дигл Аурей, видишь? Опа! Я думаю, что вон, дай Дигл пиши. Ладно, первое задание, ты готов к первому заданию? Да, да, да. В главное меню. Давай заходи, малышечка ты моя. Ой-ой-ой. Малышечка у тебя в трусах. Малышка ты моя. Гирлоза 0, ты сейчас будешь продавать. Еще раз, извинись. Извини, хочешь извиниться? Извини, да, извини, брат. Если хотя бы еще одно оскорбление, сегодня будет за это видео, ты продаешь Керамбитгол за 0. Хорошо, я не скажу. Я не скажу. Заходи. Да нет, чувак, ты пошути. Кирго, ты сказал. Ладно, все, реально, я тебе предупреждаю, реально. Все, окей, пол, брат. Пол, братик, давай по лайту, ты ж нормальный чел. Ну, конечно, братишка. Спускайся ниже, я хочу какие-нибудь скинсы у тебя забрать. Да, что? Хочу пару скинсов. Да, чувак, я нищий. У меня 66к всего лишь. Чуть ниже, чуть-чуть. Нифига, а Стратрековский ТХ неплохой такой. Нет, чувак, не смей, не трогайся. Чувак, ТХ, М40 монстр. Давай так, ладно, я тебе даю шанс выбрать один из трех скинов. Аркейр Стандрековский Трэжер Хантер, Авик Трэжер Хантер или М40 Монстр. Что это понимаешь? Значит в смысле выбрать? В смысле, что это значит? Я не понял, ты еще раз, ты хочешь мне подарить? Да! Хочу! Конечно же хочешь. И что ты мне подаришь? М40 Монстр. Нормально? 20 косарь, братишка! Фу, чувак, это же не смешно! Тише, тише, не буянить. Я выставляю запросик, там где, ой-ой-ой-ой. Чувак, это мой любимый, это мне подарил Ерокс. И ты заберешь? Запрос 16 косарей сейчас будет, готовься. За 0.03, братишка, ты моя. Блин, да я не хочу продавать. Надо, бро. Надо, такова жизнь, родной. Готов? Готов? Я тебе говорю. А что должно быть? Я не слышу. Да, ты готов, чувак, готов. Раз, два. Ты сливай! 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 Чувак! Ну ты прикалываешься? Ай, ты мой родной. 20 голды это было. Ой, бро. Да, смотри, я сейчас тебя сфоткаю, чтобы ты видел. Ой, смотри, мой новый скинчик, смотри. Чувак, это не смешно, между прочим. Фу, это мой любимый. Блядь, в инвентаре появился красавчик. Фу, блин. Чувак, не смешно. Минус 20 голды. О, ну, бро. У меня чаром появился откуда-то, прикинь. Это я тебе прописал его. О, спасибо. Фу, блин, чё, у меня уже тиль. Подожди, скажи честно, тебе понравилось? Ну, понравилось задание? Ну, я же всегда должен говорить да. Конечно же, понравилось. Слушай, можно и подороже получить. А мне кажется, ты еще одно хочешь задание выполнить. О, чувак, слышишь, как повезло нам. Посмотри, какой у нас Хэллоуин стикер пак красивенький. Ой-ой-ой. А хочешь его открыть? Скажи честно. Хэллоуин стикер пак 2019 года хочешь открыть? Дорогой, чего? Не понял. Чувак, давай. Не смей. Только открыть, нажимать.
Да чего ты, да блин? Бегом, как ты нормальный? Открыть, нажимаю кнопочку открыть. Нажимаю кнопочку открыть. Открыть? Да, нажимай. Давай. Ну блин, чувак, 5К стоит. 5К. Да нормально, бро. Пропусти, пожалуйста, на рарочку. Какую рарочку? Дорогулечка, ты моя, на рарочку. Зашибись. Чувак. Пустим. Фу, ты кусок вкусного пирога. Не понял. Ну что, ну это же оскорбление. А тебе вышел, и даже бустить не будешь. Ты без буста ее открываешь за такую наглёшь. Чувак, да блин, да прости. Без буста! Да без не надо, это дорого сильно. 4, 3, 2, 1, открыл. Нет! Давай. О, нет! Не повезло. Как повезло моему пиражку. За что? Чувак, блин. А сколько стоит? Сколько? Нифига, ты заработал косарь почти, алло. В смысле заработал, чувак, ничего не заработал. В смысле косарь почти заработал, алло. Это трэш. Алло, Араш, алло, привет. Ты нахуй, ты очень нал, ты слишком нал. Слушай, тебе не нравится что-то или что, я не понял? Да все нравится, зашибись, спасибо, брат, лучше. Спасибо. Не проматывать, не же проматывать, будем нож продавать. Чего еще нож? Да успокойся уже. Нет, чувак, я же не рад, что тебе пригласил эту рубрику. Подожди, кирголдик у тебя есть, я смотрю, да? Подожди, какой ты нож хочешь продать, скажи честно? Да блин, ну, а ты спроси, я хочу или нет? Ты прикалываешься? Я еще должен тебя спрашивать, без вопросов, выбирай нож. Так, ну давай это будет... Ну куда тыкнул, такой будет нож? Ой, на кирхол, смотри, на кирхол ты попал или на рипер? Я не понял. Да на рипер попал. Вот так вот, покажи. Ну типа он на кирхол, не? Не, да на рипер попал. Блин, чувак, ты меня банкротишь, я нищий. Посмотри, я в этой футболке 20 лет хожу. Сколько? Поклянись, 20. Ставлю очко мамонта. Подожди, тебе 24. Ты уже меня обманываешь. Ладно. Да подожди, да? Ну реально, с 4 лет нашел. Готов сливать за 0.03. Это тоже. Готов? Это тебе слить или просто? Мы разберемся. Что, сливать? Реально прям сейчас? 5, 4, 3, 2, 1, сливай! Чувак, это кто такой? Кому мы слили? Я думал, это ты. Блин, чувак, кому это вы слил? Это подписчик твой. Алло, ты подписчику жалко нож подарить или что, я не понимаю? Чувак, мы снимаем видео 5 минут, у меня уже минус 30 голды. 5 минут! А что будет дальше? Дальше будет 200к еще примерно, плюс-минус, я так рассчитываю. А, у тебя всего 60, ну ладно, 60 сольем, нормально. А-а-а, повезло! Я сейчас, смотри, я сейчас думаю выставить скин за 60к голды, и ты мне его купишь, как тебе идейка? Всегда мечтал это сделать. Ты хочешь это сделать? Ну как бы тебе сказать, ну я хочу, но попозже. Попозже, ну ладно, ладно. Слушай, а как давно ты делал крафты, скажите, пожалуйста, малышечка, ты моя? Не, дядя, крафты не надо. Это пол, это не моё. Или ты хочешь сделать не просто крафт? Ты хочешь скрафтить статрековскую аркану, да? Да. Арканка ста. Хочешь? Волис! Скрафтим статрековскую аркану. И смотри, в зависимости от того, что тебе выпадет, я тебе дам следующее задание. Если тебе выпадет полный кал, то, братишечка, ты мой, мы дадим тебе задание продать керамбиду. За твое здоровье, родай. Спасибо, брат, спасибо. Я всегда знал, что я хороший друг. Лучший друг в мире. Да, мужики, это было. Надо сделать окупной крафт, да? Ты мини друг, пока не выбил нормальный дроп. Давай. 3 скина из Скорпион коллекции и 7 скинов еще из какой-то коллекции. Ну это все, знаешь, сколько стоит суммарно? 1500 голды. Это вообще нормально. По-моему, где-то 2 было, если не ошибаюсь. Блин, вот каждый легендар, когда по 100 голды. И МПСМ крафте по 250, это вообще вымогательство. Бро, будешь много пендриваться, сделаем еще один крафт. Все. Ты же хочешь сделать крафт, правильно? Значит, 3. 1, 2. Кент, дно! Кент, дно! Слышишь? Две шутки, два промежутки. Погнали! Эй, поехали! Стоп, это окуп или нет? Бро, знаешь, что это? Это продавать кирголд надо. Такой кирголд, чувак! 1,5 косаря! Имба, это нормально! Не, ну ладно, повезло. Повезло. Будем продавать тогда не кирголд, знаешь, что мы сейчас продадим? Да чё, хоть встань ты уже с простыми продажами! Давай продадим этот коллаж за 0.03. Что? Подожди, стой, ну, ты же его крафтил для кого? Для себя.
Реально? Ну я как раз для бедного ребенка с Полтавы, то есть для себя. Подожди, бро. По-моему, если я не ошибаюсь, ты крафтил вот для меня. Я правильно понимаю? Да блин, опять продавать! Бро, подожди, давай не будем много буянить с тобой, да? Ты просто заходи и ставь 0-0-0-0-300. И я считаю до 3. Давай, брат, готов. Спасибо большое. Раз, два, три, продавай. Шел 4-й десяток, как я трачу голду, зашибись. Сделал крафт этих така. Это был крафт для меня. Для меня крафтик был неплохой. Для тебя, мне понравилось. Давайте еще весь инвентарь лунпроль напишу. Давай. Тише, я делал вид, как будто вебка зависла. Подвиняйте, я тебе пейсил продал. Ну что, братишка, умеешь играть, скажи? Честно, умеешь играть? Бро, я киберспортсмен жесткий, маслята. Сейчас настал момент X. Ты должен доказать, что ты реально умеешь играть. Изи. Сейчас заходи в командный бой. И за каждый раз, когда тебя кильнут, ты покупаешь скин, с которого тебя убьют. Изи. Там все бомжи. Но в 50 раз дороже. Сколько? Ой, извините, в 100 раз дороже. В 100 раз дороже просто. А если я не хочу? А если ты не хочешь, тогда продавай керамбитголд мне за дорого. А, не, я хочу. Подожди, а если меня ни разу не замочат, что тогда? Бро, если ни разу не замочат, ты просто открываешь один какой-нибудь. Один какой? Один Аргерн кейс. Кстати, ты что, прикалываешь, ты в сосну уехал? Чувак. Ладно, один Фьюриус откроешь. Так ты... О, окей. А сколько надо мне продержаться? Продержаться ровно 2 минуты. Все, понял. Легчайше, мужики. 2 минуты, надо просто жить. Все, изи. Так, что берем? Разминка же не считается, правильно? Они же считаются, тебя уже 2 раза убили, алло. Да нет, чувак, ты его. Я калькулятор открываю, подожди. Давай, брат, погнали. 1, 2, 3, время пошло. Блин, пожалуйста, пацаны, надо жить. Так, матч начался. Все, тихонечко. На 2 минуты просто прожить, да? Ну я так еду. Давай в атаку. Ты должен сделать минимум 10 киллов, еще забыл сказать. Чувак! Чувак! Не успеваешь за 2 минуты 10 киллов сделать, чувак, то продаешь нож за 0-3. А-а-а! Блин! Вот это зажим, да? Ну ты ботяра! Давай! Чувак, у меня вся жизнь перед глазами, мама дорогая! Уже полминуты прошло, ты ни одного килла не сделал. Да подожди, я разыгрываюсь. Ой, чувак, ой бот! Лежать! Пыль! -1, нормально. Один килл есть из 10. Так. Давай, сейчас будет мести. Типа. Давай, короче, катка закончится, когда ты сделаешь 10 киллов. Сатрагельет был, подожди, сатрагельет. Необычный, чувак. Блин, ну повезло, то есть 100 раз, это, по-моему, обычно сколько, 20 стоит? Ну, где-то косаря 2, наверное, получается, ты тратишь. Сколько? Чувак! Ну нет, прошу, ты только начало катки, я сейчас 100 раз сольюсь. 6 косарей, чувак. Чувак, прошу. Ладно, чувак, дам шанс тебе, заходи, один рандомный скин купишь, который сейчас выпадет, давай. Скин готов? Я сейчас скажу цифру, ты... Давай. Цифра 5, давай. Цифра 5. Раз, два, три, 4, 5. Чувак, ты нормальный, я нищий, я бомж. Какой тихо, ну ты, блин. Обнови еще раз цифру 5, обнови, чтобы было по-моему новое, да? О, еще давай. Цифра 5. Раз, два, три, 4, 5. Чувак, нет, ну ты сам сказал. Фу, о, какой дурак. Ну ладно, покупай. Смотри, нет запроса на покупку, смотри, прикол. А что это за прикол, ты видел? Чувак, это я сломал, чтобы ты не покупал. А как это? Нет запроса на покупку ни одного. Ну ты покупаешь как-то, слышишь, за 0.3 когда покупаешь. Это конечно 0.3, так и покупаю. Чувак! О! Да блин, это вообще это вымогательство. Второй или третий килл был, сейчас не понял. Ну чувак, это второй килл? Второй килл. Блин, я саппорт дал, посмотри, мне дали еще одну помощь. Ну ладно, о. О, третий килл, нормально, еще 7 осталось. Опа, слева, ой, хорош, роднушка. Чувак, по брейну играю. 4 килла. 4 килла и 4 смерти. А, стинкипау. Хорош, 5 киллов. Давай, там еще один был. В спину. Блин, сколько он стоит, я не знаю, посмотрим сейчас. Чувак, одну голду. Ну, не, без дропа стоит одну голду. Ты сотка получается. Фух, ну 100 голды хотя бы адекватно. Чувак, это не 2 костаря, как за кэр спорт вонючий. О, это он. 1800? Ну повезло. Подожди, в смысле 1800? 180, алло. Подожди. А, ну да, это в 1000 раз. Фу. Спасибо, хоть не в 1000, чувак. Да, чувак, давай вместо этого просто 2 кейса откроешь, реально. Ну давай. На нумагрима. 2 ревенч моих любимых. Без буста, просто фаст. Без буста, просто. Быстро рука! Как учил повелитель Веля. Опа. Смотри, чувак, техника легкой руки.
Открыл. Ударю руку, налево. Игнат, любимый, выпал. Игнатичек. Ладно, погнали дальше. В смысле, еще дальше будет? Ты нормальный? Чувак, я думал, это уже конечное. Покажи, сколько смертей килов у тебя. Да пять, чувак. Еще пять, давай, молодец, давай. Опа. Ой-ой-ой, минус два. И тело осталось, чувак. Давай, иди умри один раз на мужика. Да, чувак, да я и так уже бжик-бжик уже не могу. Сажать тебя убить. Чтоб косарей 100 потратил, понял? Чувак, мне страшно, где они все? Давай, давай, иди. Домой. Чувак, 8, 2 кило, изи. 2 кило, давай, малыш, давай, я в тебя верю. Дал! Стоп, выхожу! Стоп, куда выхожу, стоп! И еще один килл, еще один килл дайте. Да чувак, блин! Туда, беги туда, быстрее! Не, беги туда к ним, беги туда. Ты можешь меня сейчас стрелять? Прямо просто, беги прямо, просто приказываю! Чувак, ты его! Беги прямо, это не туда, прямо, да, туда, беги, туда, да, там. Чувак! Беги, прямо, беги! Все, дал! Да встань ты! Ты ненормальный какой-то! Не, ничего, это не в счет! Это не в счет! Это там Гартайгер был, алё. А Гартайгер тоже стоит дорого, между прочим. Кажись, ладно, да, повезло тебе. Так, малышка, листай вниз. Давай. Вниз, не понял. Вниз. Так, листай. Оп. Выше. Ага. Не, чувак, еще раз. Я тебе говорю, еще раз прогадаешь. Ладно, все, не, все, без рога, все, давай. Еще раз ты прогадаешь, ты продаешь нож. Чувак, медленно. Ниже. Окей, ниже. Чувак, только не нож, не смей его трогать. Ниже. О, подожди, стой. Нифига себе, у тебя на крыше. Подожди, это арканы. О, это арканы на крыше, да? Да, это очень дорогие арканы, ты нормальный, даже не думай. Слушай, у меня такие же навики. Навики ТХ. Давай-ка ты сотрешь их, а? Как тебе идейка? Чувак, это плохая идея, ты че? Давай мы сейчас спросим у Сири, сколько ты сотрешь наклеек от 1 до 4. Сири, число от 1 до 4. Это 1. Все, чувак, мы договорились. Ну блин, ну тут не так обидно. Так, одну срать. Какую это, блин, не знаю, мне как-то их так жалко. Вот эту. Вот эту. Не, на левее. Вот эту? Еще левее. Вот это самая имбовая. Вот эту сотрешь. Ну блин, фу. Ты хочешь стереть ее? Да, хочу, стирай арканы наклейку! Раз хочешь, я не могу помешать. Это ты сам же хочешь, правильно? Я почему? Да правильно. Чувак, ну, ты же сейчас реально хочешь диглоуэйт, правильно я понимаю? Да, наконец-то ты мне подаришь. Ладно, бро, ну ты сам это выбрал, ты сам согласился, у меня для тебя есть офигенное предложение, от которого ты в прямом смысле не можешь отказаться. А, спасибо. Продаем весь твой инвентарь и покупаем диглоуэйт. Нет. Продаем да. Блин. Весь свой инвентарь и покупаешь. Ничего, ну это же не смешно, ты серьезно сейчас? Давай, начинай вот с этих скинцов, легендарок, да, начинай. Начинай, продавай. Давай, бегом. 15 голды, а сколько продавай? Как ты имбивайся за 15, давай, пошли, продаем. Ну блин, это слишком жестко, ты гонишь, я нищим ща буду. Я бомжу. Нет, чувак, я с тобой полностью согласен, это еще полная хрень. Давай-ка ниже к ножам, ну чтобы сразу. Что? Давай. Нет. Так. Еще. Стоп. Давай, ну вот эти вот. А там-то транзистор, он как-то некрасивый. Давай его продаем. За full price, да. Нам нужна голда. Не, о, нам... тысячу... о, хоть давай, нормально. 1201. Давай. Продаем. Все, продаем, все нормально. Нет, ты не забывай, мы весь инвентарь продавать будем сейчас. Весь нет, давай. Чувак, пошел. Все, ты меня выбесил. Ты меня выбесил. Заходи на Китголд. Все. Ты меня выбесил, давай. Ничего, ты не посмеешь. Ты мне больше не друг. Блин, заходи. Зачем вообще мы это видео снимаем? Заходи на Китголд, говорю. Бегом. Зашел. Выставляли запрос. На продажу 64,055. Да там же комиссия, зачем? Чтобы купить диглоурейт, малышка. Давай. Нет. 64. Чувак, я тебя никогда не прощу. Я тебя не прощу. 0,55. Давай. Нет, мне руки трусятся. Радуйся, что не за 0,03. Нет. Давай. Вместе со мной считаем. 5, 4, 3. Один. Блин, мужики, подпишитесь на мой канал, прожмите лайк, напишите комментарий. С вами был Кентуха и Тик-Так. Всем пока. Больше не буду такое снимать никогда в жизни.